Добрый день, Виталий, компания Boston Technic. Вашему вниманию я хочу предоставить вот такой вот электрический протравитель семян. Он требует вложений, требует прежде всего восстановления. Но считаю, что за такие деньги, которые он продается, его нужно просто брать с руками и ногами. Значит, скажу вам так, что рабочие подобные стоят порядка 350 тысяч рублей. 300-350 тысяч рублей за них просят. Это, обращаю внимание, PS10 называется. Вот. А данная цена, за которую протравитель будет продаваться, я считаю, она уникальна. Потому что из вложений это только электрика там и ремешки. Все остальное полностью в рабочем состоянии, все вращается. Еще, конечно же, подсмазать, да. Как же быть без смазки? В обязательном порядке нужно будет каждую деталь подсмазать. Для работы, цвет ржавчины, он ничего абсолютно не значит. Он не проржавел, прежде всего, детали все целые. Поэтому, кому необходимо, обращайтесь, у нас уже есть.